Так, внутри селедка, видим. Еще какую-то упаковку с каким-то рисунком. Так. Вот. Бери свет лучше. Какой-то восточный орнамент. Золотистый такой. В виде отпечатка. Так, все обратили внимание, да? Так. Наркотест есть? Да. Сейчас мы будем использовать наркотест для экспресс-анализа. Вот. Сравниваем сейчас цвет жидкости. Рисунком на упаковке, вот от желтого до красноватого, соответствует от конопля, гашиша, марихуаны. Вот приблизительно цвет у нас совпадает между желтым и красным, такой красноватый оттенок. Ясно. Так, запах есть. Запах такой перечный, пряный. Так, понятно, ну, сам. Посмотри на него, он будет это. Сейчас. Вот эту ерунду, да, вот сбоку вот так посмотрите. А то отражает, не надо, не на нее, а просто. Фокусируйте сбоку. Есть. А нам наркотест прям на него посветить, потому что цвет тогда видно сразу, что красный. Угу. Так, у присутствующих есть какие-то замечания, дополнения? Нет, нет, нет. Thank you.